Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Last Day Alive. Так что, ребятушки, построил я себе штаб. Теперь у меня хранилище делается. И мы продолжаем проходить основную сюжетную линию. Да, именно ее. Как видите, у меня новое оружие. Да, оно стоит 8000 долларов. Также я себе купил, по-моему, автомат. Он тоже 8000 стоил. Но за это время я накопил себе баксов, поэтому купил все. Иначе мы меня сюда не пропустили. Так что будем смотреть, что здесь, ребята, у нас новенькое. Фух, поехали, как говорится. Ну, давай быстрее грузись, ё-моё. Так, что у нас тут? Опа, смотрите-ка, у меня ребята здесь. Это место, где Гектор был замечен последний раз. Он передавал, что Нер приманивает зомби к его лагерю. Сил Нер поблизости не обнаружено. Гектора здесь тоже нет, зато здесь толпы зомби. Найдите Гектора и разузнайте, что затевает Нер. Спасите выживших. Так, ё-моё, какая граната может быть? Блин, ребят, я кнопки попутал. Все время путаю кнопки, потому что у меня на разных играх разное расположение кнопок. К тому же, посмотрите, я здесь не один, нас здесь трое. Значит, нам будет проще здесь все это пройти дело. Блин, а мне нравится вот эта винтовка. Шмаляет как дробовик, только намного больше у нее зарядов. Да и, по-моему, помощнее будет. Или мне так кажется? Да упади ты нафиг. Куда прицепился к моему, а? Оу! Как вы быстро сюда добрались. Главное сделать так, чтобы они не покоцали моих напарников. Иначе мы не пройдем эту миссию. Упади, гаденыш, пошла отсюда. Ах ты чмошник. Приближается подрывник. Осторожнее. Так, хорошо, оу. В принципе, если мы сейчас будем в него все шмалять, он быстро упадет. Ты смотри, сколько здесь бегунов, ё-моё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Черт, надо его быстрее расстрелять. Готов. Так, блин, я даже не знаю. Я не знаю, за кем следить. Вот они бегут. Слушайте, а где мой второй напарник-то, а? Что-то не могу понять. Один вон спереди стоит. А другого-то я не вижу. Но он вроде как целенький. Здоровье у него все. Давай ты падай. Так, подожди, его нету. Нету, ребята, напарников. Странное дело. Есть, прошли. Фух. Блин, а куда действительно напарник-то делся? Хорошенько мы постреляли. Но как нам найти Гектора? Хороший, конечно, вопрос мне задал. Откуда я знаю, блин? Я вообще не знаю, кто такой Гектор, во-первых. Будем искать, значит. У нас открылся следующий уровень. Так, это нам не нужно. Хотя хотелось бы. 300 баксов забрали. Все, ну что же, давайте приступать. Нифига там денег дают, ящиков кучу. Поехали, ребят, короче, два помидора на это все дело тратим. В принципе, мне не жалко, у меня там завались этих помидоров. Обожраться можно. Ух, ну, надеюсь, я здесь опять не один буду. Хотелось бы с напарниками побегать. Оу, фартануло-то как. Хе-хе, смотрите. Пока Гектор с нами не связался, давайте достанем топливо. Найдем мы Гектора или нет, топливо нам пригодится. Вот здесь я с тобой согласен. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что-то мне как-то вот эта, ребята, винтовка моя новая не совсем меня устраивает. Старая была получше, хотя она была прапана. Что-то на меня переключился, уродец. Слушайте, они что, с крыши теперь будут прыгать все время, а? Эти бегуны-то, блин. Эта жара невыносима. Почему зомби не гниют быстрее? Приближается кто? Метатель? Вон он, ребята, на крыше. Блин, почему я не могу сбить снаряды? О, блин, бочку взорвал, и нифига никто не пострадал. Но зато метателя не стало. У меня последняя граната, надо ее использовать. О, как разлетелись хорошо. И продолжаем их косить. Смотрите, они на меня даже не идут. А, нет, переключились. Так-так-так-так, блин, что-то как-то больно быстро заканчиваются у меня патроны в этой винтовочке. Да ядрёна вошь, вообще быстро, ребят.
Ух ты, тихо, у меня аптечек нет. Подхилиться я не смогу. Впереди целая толпа, стреляйте в подрывников. О-хо-хо, еще и прыгуны там. Так, у нас есть бочки здесь. Давайте бочки будем... Да иди ты отсюда, блин. Во. Так, прыгун, он меня достанет, ребята, сейчас. Есть. Один подрывник у нас взорвался. Куда ты прешь, блин? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как больно. Прыгун там на стенке повис. На заправке можно найти не только топливо. Там есть инструменты, которые могут нам пригодиться. Давайте прихватим часть. Уже прихватили. Победа. Слушайте, довольно забористо. Неплохо, мне нравится. И у нас следующая миссия, ребята, открывается. Так, тут что-то у нас поменялось. Забираем, естественно, награду. Так, квесты. Тоже 450 баксов. Ну, неплохо, неплохо. Давайте тогда сразу перемещаться, наверное, на следующую миссию. Как раз буду с дробовичком бегать. Так. Два яблока. У меня сколько? Три осталось. А, маловато. Ну, в принципе, этого достаточно. Хоть бы я здесь с кем-то был, а? Мне так понравилось с напарничками бегать. Ну, давай грузись быстрее. Чё ты там сопли-то жуёшь, а? Таскать ящики в такую жару. Отлично. Я просто мечтал об этом. Спасите выживших. Ага, вот. Так, тихо, 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 тихо. Куда разбежались, эй? Голодранцы. Так, а этот-то куда с ящиком попер, блин? Я надеюсь, там нет зомбарей. Конечно, блин, там еще и подрывник идет. Ай, надо как можно быстрее его сложить. Так, что он там? Ага, смотрите, он ящик положил. Ты будешь мне помогать или нет? Давай, 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 отлично. Просто замечательно. Так, куда ты? Ха-ха. Захотели чего, а? Людской плоти вам не видать. Все, жуйте сами себя. Хедшоты. Блин, они откуда там ползут-то, я не могу понять. Из машины, что ли? Ха-ха. Вылазил. Так. Ох, сколько там бочек, ребят. Вот бы туда шмальнуть. Ну, мне как-то вот так вот сподручнее. Смотрите, они в куче все стоят. Вообще замечательно. Просто крошево. Месиво. Замес полнейший. Блин, я бы он в ту машину бы лучше бы сел бы и... За пулеметик. Оу, здорово, ребята. Как поживо... Ты-то еще откуда? Блин, достали уже на самом деле, а? Внезапно так прыгать с крыш. Все, нет? Так. По-моему, это последний, наверное, да? Ну, да, ребятушки, он был последний из магикан. Со мной только что связался Гектор, он на посадочной площадке. Мы должны взять ее под свой контроль. Понятно. Забираем все, что заработали. Площадка, значит, вертолетная, да? А вот, наверное, и Гектор. Ну, я хочу, ребятушки, испробовать новые виды оружия, которые нам даются бесплатно. Первая, как говорится, проба. И начнем мы, наверное, с вами с пулемета вот с этого. Кванг. АРК-78. Ну, давайте испытаем его. Ну, давай, давай, быстрее, быстрее прогружайся. Так, с пулеметами у нас еще не было никаких дел. Я не знаю, что они себе представляют. Сейчас мы и испробуем их. Ох ты, ничего себе пулеметик. Ну-ка. Ёлки-палки. Ох ты, вот это я понимаю, пулемет. Хо-хо-хо. Куда они прут-то все? Эй. Куда-то идут. Им пофиг на меня, они куда-то там маршируют. Ребята, вот это класс, вот это я понимаю, пуха. Вы посмотрите. Вообще грандиозно просто. Так, куда, куда, куда он там бежит? Эй! Ах ты, вот оно что. Это они идут в обход, получается. Ха-ха, ну и дурики.
Давай, жарабас, подыхай уже. Так, отлично. Что, еще не все? Нет, ребят, еще не все. Это, видимо, только начало. Опять подрывник где-то приближается. Я не вижу его. Где же он? Ага, вон он, выходит. Надо вот его там в той куче как раз и взорвать, чтобы он остальных прихватил с собой. И еще подрывник приближается. Слушайте, я бы с удовольствием такую пушку купил бы, ребята. Блин, а она, наверное, донатская только. Хотя нам должны дать и за баксы. По любасу, ребята. Только сколько она будет стоить? И наверняка нужен будет уровень штаба 6. Так, ложись. Ну что же, мои такие впечатления, ребята, что она того стоит. Вот именно вот эта пуха, вообще нормуль. Жжет не по-детски. Сами прекрасно видели. Так. О, 288 золотых слитка. Ах, как же мне хочется ее приобрести, ребята. Но это донат. 60% скидка. Сколько у нас стоит золото? В деньгах, если смотреть. Короче, нужно 300, да? 300 золотых слитков. Ну вот, смотрите. Блин, дорого. Нет, жалко, жалко мне денег. Перебьемся. Потом себе просто за доллары лучше купим. Хранилище у меня завершено. Так, ну что ж, давайте пробовать теперь второе оружие. Это, я так понимаю, снайперская винтовка. Поехали. Ух, сейчас зомбари-то помочим, ё-моё. Хотя на зомбарей ее применять неэффективно, если честно. Потому что их слишком много. Бегут. Ага, тут вон кто у нас, люди. Слушайте, ваншотит она на раз. Ну давай, выгляни, выгляни, блин. Ага, вот он. Блин, а что такое? Я думал, что... Нет, ребята, если в чайник попадаешь, то... Да нет, вроде в живот попал. Видно, тому чуваку просто повезло. Или у него броник был. Ну, давайте. Опа! Слушайте, хорошо-то как. Ох, вообще замечательно, хедшот. Так, подхилились маленько. За каждый труп 2% от хила у нас идет. Черт, подери. Так, еще один. Опа, спрятался он там, блин. Ага, новая партия прибежала. Смотрите, они, ребята, с лазерным наведением. Надо их сносить. Ну что ты там? Да. Винтовка, в принципе, неплоха. Но все равно я считаю, что пулемет лучше. Так, ну что, ребята, у нас... Да, такая же цена, 288 слитков. Забираем реварды. 300 баксов и все, что ли? Так, ну а эту миссию, ребята, мы уже будем с вами проходить в следующей серии. Давайте-ка вернемся в мою деревушку. Что я тут могу себе улучшить? Слушайте, я думаю, что стоит, наверное, вертолетную площадку улучшать. Потому что нам надо будет рейды делать. Так что самое то, что нужно. 2 часа будет идти улучшение. 1400 коробок мы потратили. Так, у нас здесь, смотрите-ка, ящик бесплатный. Последний, что нам выпадет из него? Ну давай открывайся, что ты тупишь-то? Не понял. Это что, прикол, что ли, какой-то? Ага, все. Пол Одинг. Замечательно. Вертолет. Слушайте, а мы же можем улучшить, я смотрю, да? Давайте улучшим. 830 баксов и запчасти. Тут то же самое почти. Тогда делаем и здесь. Так, и здесь. И здесь даже можно. Хотя нет, ребята, нельзя. У нас не хватает запчастей. Ну что же, как-то так, ребята. Давайте будем закругляться и увидимся уже с вами в следующей серии и продолжим в нее играть. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых видосиков. Удачи вам!